Всем привет и доброго времени, Сергей Иванович убегает. Смотрите, на Соболе у Сергея Ивановича стоял вот такой вот фильтрец воздушный. Вот, вот он, стандарт. Вот такой вот фильтрец у него внутри стоял. Смотрите, с него прям сыпется. Вот. А я Сергею Ивановичу подогнал вот такой вот фильтр с 0,2 Волги. Теперь он может сделать вот таких вот. Раз движение, два движения и три движения. Откинуть защелочки, ну, снять вот здесь вот хомут, поднять и поменять спокойно фильтр воздушный. Вот. Это не обращайте внимания. Я Сергею Ивановичу вообще сказал, убери отсюда эти патрубки, которые идут вниз. Разверни его в ту сторону и сделай воздухозаборник кверху, вот, чтобы не хапнуть воды. Теперь видите, как все прекрасно меняется. Все, не успели купить, мы поставили себе. А этот, чтобы поменять фильтр, нужно открутить вот эту гайку, потом разъединить его на две части, открутить еще одну гайку, чтобы достать фильтр, поставить новый и так далее. Вот это вот очень милое, классное дело. Оно нам пригодилось вот для Соболя, для Газели. Вообще супер. Это, блин, ну, лучшее, что мог, по-моему, придумать завод. Металлический, хороший, красивый, стоит четко. Вообще, ну просто вот, вот огонь. Вот такие вот запчасти нужно было делать для Соболей. Для газелей, почему нет? Зачем это ставить галимый пластик? Зачем вот эту двойную чехарду придумывать? Сергей Иванович его теперь покрасит в черный. И мы вам покажем, как это все будет смотреться. А сейчас он каким-то военным, зеленым так смотрится. А, ну металлик это еще интереснее поставится. Вот, мы его поставим правильно, и вы посмотрите, как он будет у нас стоять и где будет воздухозаборник. Так что вот так вот, ребята. Процесс по ремонту Соболя у Сергея Ивановича потихонечку идет, а я подгоняю ему интересные запчасти. Сергей Иванович, привет передадите? Всем привет. В общем, ребята, видите, стоит обратно черный фильтр. Это я Сергею Ивановичу дал другой черный фильтр. Он не захотел ставить тот зеленый, потому что он высоко вот так вот расположен. И вот этими вот проводами он слегонца цеплял вот эту обшивку капота. Я ему говорил, разверни его вот так вот. Чуть-чуть вот так вот угол сделай, и все, ничего цеплять не будет. Не захотел Сергей Иванович и поставил простой черный. Хотя можно было и крепление переварить и поставить тот зелененький. В общем, если кому-то нужен такой вот зеленый военный фильтр, то, пожалуйста, спрашивайте. Мы его продаем. А цену его и обзорчик я скину в описание видео. Так что пишите, спрашивайте. Ну а на этом... Всем добра, всем пока, и вы видели, как хорошо он стоял и удобно.